Всем привет! Мы сегодня на Осетре. У нас вот такая красота. Запускаемся от переката в Мендюкино. У нас будет сегодня много. На улице жара. Сейчас конец сентября. На улице 25 градусов в 10 утра. Прям что будет днем, вообще непонятно. Я не могу удержаться. Мы запускаемся с переката. Это вот тот перекат, который можно пройти вон там за островом. Можно тут сплавиться. Я очень хочу сейчас пройтись с разведкой по перекату с той стороны, посмотреть, что там есть. Потому что ждать народ на жаре неохота. Буду сейчас кататься. У нас сегодня прям три варианта запуска на воду. Можно запуститься здесь и пойти по перекату туда вниз. Ну, то есть сейчас мелко. Кто боится, пойдет с гладкой воды, там прям вот через кустики можно пройти и с гладкой воды запуститься. А я пойду вот сюда в протоку сейчас. Там интересно. Вот она, эта протока. Очень она мне нравится. Это здесь раньше была плотина, мельница, а это обводной канал. Сюда заплываешь, прям вот сразу как в джунгли. Так здесь здорово. Я тут иду с разведкой, чтобы посмотреть, потому что там обычно на выходе может лежать бревно. И как оно проходится, сейчас посмотрим. Тут вначале оно проходит по центру. Все вообще без проблем. Вот одно дерево новое упало уже. Такую арочку сделала нам. В этом месте, как всегда, сексуально. Менталки висят. Ну вообще все отлично проходится. Конечно, новичкам сюда не надо. Потому что нужно маневрировать в этом месте. А так супер. Вообще классно. Вода, кстати, я вот заходил в шлепках. Не такая и холодная. Очень приятная. Что, мы запустились на воду. У нас вот там куча смелых. Половина запустилась без переката. А я опять пошел еще раз кататься по этому перекатику. Как же здесь здорово. Блин, вообще. Джунгли. Все, и теперь я с другой стороны греби. Все, теперь с другой. Все, делай грибок вот сюда вот проплывай. Отлично, перехватывай весло и постоянно греби с другой стороны. Отлично, плыви вот сюда. Все, весло перехватывай, греби постоянно с другой стороны. Перехватывай, перехватывай. Ничего не делай, я сейчас проведу. Подожди. Так. Погоди, я тебя сзади держу, контролирую. С другой стороны весло. С другой стороны, нет, весло с другой стороны. С другую сторону перехвати. Да. Все, греби, сильно греби. Отлично. Я уже думал, съел. Вот на меня плыви, вот сюда. Все, весло перехватывай теперь. Ладно, все, все хорошо. Весло перехватывай, греби постоянно. Постоянно с этой стороны? Да, да, все. Все, Николай у нас завершающий на перекате. Здесь уже народ купается. Это было специально или не специально? Нет, я попытался перейти немножечко вперед. Ха. Вода на Осетре прозрачная, красиво очень. У нас тут дебют в этом сезоне. У нас за сезон ни одной собаки не было, а тут сразу два. Можно сказать, это триблы. Такие прикольные. Все, поплыли.
солнышко, конечно, яркое, прям совсем не сентябрьская погода. Эти волосы русалок. Красиво очень. У нас попутный ветер. Прям такие порывчики, метров 6-7, наверное. Вообще грести не надо. Да. Просто надо стоять и. Движение в том числе, да. Нужно тут стоять. Уже начинает все желтеть. Ну, вроде как еще много зелени. Ну вот через один листок уже желтый на ивнике. Дальше посмотрим, что у нас будет с дубами. У нас всегда как на сплаве. Группа немножко растянулась. Впереди плывут те, кто любит тишину и дзен. Аня, вообще вон там вот оранжевая точка впереди плывет по зеркалу спереди. А сзади веселая компания, шумит. Солнце яркое и засвечивается на камерах. Вон листопад. Листики падают, очень красиво летят. А вообще я не думал, что буду в конце сентября сплавляться в тени, потому что на солнце очень жарко. Реально, прям вот на солнце, вот на той стороне, где солнце светит, аж печет. Какой-то у нас тут это аномальный антициклон пришел. Летний сплав, только вот листики падают, вот это вот просто красота с листьями. Какая здесь симпатичная ежевичка, уже перезрелая, надо будет поискать побольше. Здесь что поесть, это очень-очень-очень. Вот я соблазнил людей ежевичкой, тоже любят поесть. Он просто упал, что ли? Да. Он второй раз уже упал. Да? У нас второе купание. Короче, Бог любит троиц. Вон ту верхнюю сорви, она не такая кислая, которая вот белее. Она тоже вот кислая, но она не такая, более ароматная, да. Это ежевичный дебют. Ну да, это вкусная. Прям как малина. Сорта, что ли? Да. Ой, тут вода опять такая. Зелень вот эта. Чайник, там чайник. Это уже там уходит, вся из Москвы. Пердно песчаное. Солнцем подсвечивается. Такая тень у меня крутая. И сразу омут. Конечно, с такими капитанами у нас Татьяна разминается, потому что медленно плывем. Галерка отдыхает. У меня чувство. Ленивый отдых. Мне кажется, она самая большая. Нас все так же несет ветер. Народ сзади лежит уже на досках. Не спит. Да, народу кушать хочется, а я вот сейчас Сереге позвоню, чтобы он это начал готовить обед. Алло. Алло. Алло, ты слышишь? Да, слышу. Да, мы мост прошли. Ага, хорошо. Давай, я начал. Да, давай. В этом месте я еще народу сказал, что скоро обед, и вон уже за поворотом люди ломанулись к Сереге на обед.
Нам осталось буквально два поворотика. А те, кто не голодные, их наоборот вон там вот еле видно. Она влагостойкая тоже. Это GBL. Давай ее прямо сюда. Плыву я здесь, здесь такое дно красивое, и столько тут щук. Столько рыбы вообще, вот именно очень много щук. Обычно одна щука там где-то, не знаю, метров на 10-20, а тут каждый там, не знаю, 3 метра щуки. Место вообще щучье, надо сюда на рыбалку поехать. Если она, конечно, клюет щука, а не живет просто. Хотя вон тут камешки, как раз такие места. Ой, вон, вон, вон сколько рыбы. Офигеть. Репь на воде. Не видно, но просто тут вот иногда дно кишит от рыбы. Сзади те, кто чилят, включили колонку, музыку, и сзади доносится регги. Не знаю, слышно, не слышно, но для прям до такого расслабленного сплава регги самое то заходит. А здесь целые столовые. Кто-то очень любит без зубок. Натаскал сюда. Ну, скорее всего, это норка тут охотится. Нужно будет ее посмотреть. Где-то она тут, наверное, бегает. За нами наблюдает сейчас. Раз она такая тут прожорливая охотница. Надо вот это делать. На этом участке так много рыбы. Так красиво. Просто вот на дно смотришь. Хотя здесь вот так красиво. Ну, так вообще. Просто... Очень классно. Ну, там мечется рыба. А Таня у нас против течения. Сначала против ветра тренировалась, а сейчас против течения. Просто такой течень хороший. Какой голавль, голавль, голавль. Ой, вот вон, 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 вон. Он носится. Да, прям здоровые-здоровые голавли бегают. Голавли тут бегают очень красивые. Там было много щук на участке. Здесь прям все в голавлях. Ой, как красиво! Ой, вы же обратно? Вы все, до конца маршрута и обратно, да? Нет, я остановлюсь на обед, пожалуй. А у нас, кстати, маршрут какой? Он не туда и обратно, да? Он в одну сторону? Он в одну сторону. То есть даже нам даже сегодня против течения не будет. Вот это кайф. Вообще full relax. Блин, как круто! Еще песочек появляется. Солнышко это все подсвечивает. Тут главное идти вот. Вся эта растительность, она вся зеленая. Она обычно уже на других реках такая пожухшая. Здесь ярко-ярко зеленая. Мы уже подплываем к обеду. Там обед. Сейчас, если кто согласится меня поснимать, я попробую прыгнуть с тарзанки. Ну вот это просто какой-то... О, как красиво. Ну ё-моё, тарзанки нету, тут всегда тарзанка висит. Тут такой омут глубокий. Тут можно с тарзанки на доску прыгнуть. А что-то она... Её нету. А, блин, она вон высоко закинута. Ну ладно, не буду доставать уже. Красиво, и мы приплыли к обеду, с поворотом обед. Обедаем мы, как всегда, у моста Овечкина. Серёга там приготовил нам еду. Самые голодные приплыли. Это мама, а это дочка, да? А кормить нельзя их. Вот как их покормить?
тренировать силу воли. Ё-моё, я не могу на это смотреть. Забава? Серёг, тебе не стыдно? За что? Человек отравил. Это лучшая похвала повару. Человек упал заживо и переваривает вкусный обед. Правильно, на правильном правом боку, да? Да, все так. Давно было озерки. Уже давно. Ну вот как озера так было сделать? Ну это сейчас это тест. Мы тестируем прайзинг. Можешь в это? Да, вот так. Коля встал на перекате. Мы сейчас будем пускать тут дымы, а он тут стоит. Давай. Ой. Так. У меня загорелось. Все, он сейчас вот даст дым. Все, мы пообедали, и нам опять удалось поплыть дальше. Запускаемся с перекатика после моста. Народ уже вон там потихонечку сидя уплывает. Ух, прям объелся. Вот что нашел. Кружочки. Надеюсь, что-то будет видно. О, ветром прям дует и в эту. У нас опять попутный ветер, опять народ залег на доски и лежит на досках. В общем, совсем неохота грести, стоим, нас ветер несет, спину поддувает. Уже народ просится на буксир после обеда грестись. Сзади там какие-то эти... Много весла сзади. Ну вот теперь для вот именно вот такого весла не хватает, двойного. Я бы сейчас вот двойное весло нужно, я же говорю, да. Я бы сейчас вот так плыла, реально. На Алиэкспрессе нашли карбоновые двойные весла. Это комплименты опять Сергею, что все после обеда лежа сплавляются. Да, они не отличаются? Ой, какие здесь головли здоровые бегают. Вода прозрачная. Ой, вон сколько тоже тут. Ой, так хочется на рыбалку поехать.
У нас получается, что те, кто стоят, очень сильно обгоняют тех, кто лежат, потому что их ветер не так несет в спину. У нас продолжается релакс, фотосессия. Нас тут сопровождают щуки. Очень много щук прямо на этом берегу. Он всегда у нас тут щучий. Всегда тут их было много. Вот сейчас вода прозрачная. Они от нас не убегают, а впереди плывут. Я снимаю, не знаю, будет видно, не будет, вот сбоку. Вот все в плотве, в лещах. Ой, вон прям какая стая. Со всех сторон бегают. Я тут снял с куста, с дерева, такой интересный рыболовный предмет. Самодельная блесна, вертушка. Такая прям на щуку, потому что здесь вот проволока стальная. Вообще прикольная. Таких у нас еще нету. Серега в коллекцию возьмет ее. А это начался один из моих самых любимых участков на Осетре. Здесь такие змеобразные поворотики. И сильное течение всегда. В любое время. То тень, то берега красивые, то высокие, то пологие. И всегда тут быстро-быстро течение. Ну, прям видно, как идет. Здесь вон шиповник поспел. Сейчас мы ищем ежевику. У меня сзади небольшой прицепчик. Сейчас. В этом месте всегда очень много ежевики. Сейчас найду. Вот мы дошли до высоких берегов, так красиво солнцем подсвечивается, камешки, скалы, а сверху дубы стоят, там какие-то красные кустики есть, на видео вроде все зеленое, так он немножко в желтизну отдает уже. Дневной сон после обеда. Цепляйтесь! Так классно шумят дубы. Вот это все на берегу. Это все дубы. Сверху сильный ветер. А мы здесь плывем в такой ветровой тени. Вот этот высокий берег всегда от ветра закрывает. Да, здесь вот почему-то ежевика еще зеленая на этом участке. Орешник уже почти весь осыпался, вон там девчонки сшибают, на одном кусте еще остались на самом верху. Шиповник поспел, ежевики мы тут особо и не поели как-то, блин, странно, что он еще зеленый. У нас собирается паровозик сзади. Цепляйтесь. Да. Тихо-тихо, сердце бьется от любви. Ты расслабься. Так забавно, здесь на сваях выросли прям деревья. Странно, что их нету. Не смыло половодье. Прям айха растет на сваях.
Нам совсем немножко осталось до финиша. Подплываем уже. Вот буквально за поворотом метров 500. И мы уже приплыли. Здесь плавает уже второй такой тюк с сеном. Сноп. Скатили его. А он причем он плавает. Там лежали на берегу, а этот плавает. Прям даже интересно, на него можно вылезти, нельзя и на нем уплыть. Прикольно. Слушай, а можно вполне вылезти-то? Вроде перед этим. Перед финишем. Сейчас, если что, доску мою подойдите. Нормально, можно. Во, я на него вылез. А снимите меня. Царь горы. Сейчас со всех сторон. Ой, он шатается. Первый раз я так сплавляюсь. Классный сап вообще. Ну реально. Синосап. Ух ты, класс. Он реально плывет. Интересно, Сереге нужен сап? Пусть это сноп сена. Сейчас привезу. Что-то камера выключилась, так должно быть? Да, она просто этот экранчик красит. Теперь меня буксирует на сене. Надо было этих собачек высадить, и был бы фильм «Собака на сене» там, да? А тут Алексей на сене. Ой, так, мне нужно вернуться к этой, к своей доске. Реально? Тогда финиша. Я попробую. Смотрите, я одной рукой снимаю, другой грибу. Блин, хоть в течение не плывет. Я сейчас приплыву к вам. Куда ты? Пожар! Ой! Во-во-во-во! Шик! Это прекрасно! Нужен был товарищ! Так-так! Слушай, она плывет на тобой! Да! Я вон оттуда из-под дерева-то приплыл! Слушайте, а шикарный сен, между прочим, сен хороший такой. Какие же люди его поскатывали сверху. Вот их гандон, поразвлекались. Такой тюк сена стоит денег до хрена. Он, блин, 2500 рублей стоит. И сено хороший какой, жалко сено-то, блин. Класс. Да, причем я думал, солома — это сено. Замоченное сено, прям для коней вообще бомба питания, для всех кобликов. Мы, блин, сено вымачиваем. Вон оно, вымоченный целый круг. Вот так вот. А, так это не сено, ребята, это солома. Солома? Да. Это солома. Солома из-под этого, из-под зерна, она несъедобная. Она по квартире же используется коням, а сено используется для еды. Солома, да, солома, в ней нет еды. В общем, оказывается, несъедобная. Тащить не будем. Когда они голодают, они берем. Выбрасываем. Выбрасываем. Они кормят, они жрут солому. Алексей, отнесите на место. Не, я не могу это бросить, причем. Ну что, да, проснулась. Да. Мы повезли это сено в Тарбушево. У нас тут сова. Вдоль нас сопровождает на этом участке сова. А не этот, не цапля, а именно сова. И она взлетает, улетает. Сейчас попробую заснять. Она вон там засела на дереве. У нас выход где? До переката? А, здесь выход? Мы
Мы дошли до финала, это наш перекат, впереди шумит, все, мы дошли, такая красота, солнце, оно вот там за горизонтом уже, за высоким берегом еще нет, не село, но такое ощущение, что уже такой вечер, тут мы выходим потихонечку. Во, какое у нас завершение! Вот это сено спалили не мы, оно уже было сожжено. Не виноваты мы. Вот это сено спалили не мы, оно уже было сожжено. Не виноваты мы. Это вам такое классное 23 сентября. Да. Кого-то волосы горят лучше, чем лайкер. Такое классное. Да, вот это у нас праздник, как ни в чем. Оказывается, не просто так. Смотрите, как они долго гоняют. Да, это же свадебные. Ой, так прикольно. Блин, на фоне солнца, кстати, тоже видно прям. Ты солнце сжёшь сейчас. Это сварка. Сварка.